Так, пришла моя монтажная пена, которую я заказал по Амазону. Что мы сейчас будем с ней делать? А мы будем делать за пеной вот эту дырочку. Вот эту дырочку я вырезал специально, тянул провода с батареи солнечных, ну и проводку сюда выводил. Дырку, блядь. В то помещение, где находится вся. Вся моя, блядь, Zolar Unlago, где аккумуляторы, где все, ну вся электрика, короче. Теперь мне надо эту запенить все, так как осы сюда приучились залетать. Осы себе строят там гнездо. А если они там строят гнездо, это пиздец будет, короче. И вот решил запенить, пока не поздно, блядь. А то потом, если они заведутся, их потом тяжело выгонять отсюда. Все, мы их замуровали, блядь. Мы их замуровали. Сейчас она подсохнет, потом красиво обрежу, блядь, все. И сюда наверх повешиваю вот это произведение искусств, которое здесь было. Так, и здесь, наверное, чуть-чуть запихаем сюда. Вот так. Потом высохнет, подровняем, обрежем, что не надо. Так, ну здесь все, он застыла уже пена. Все пообрезал. Там еще, тут еще не совсем застыла. Начал обрезать, она опять начала выпирать. Мне надо ждать, пока полностью застынет, и потом ровно обрезать. Видишь? Тут вот застыла как бы корочка где-то, ну, метров 5 обрезал, там еще сырая как бы, блядь, пена. Надо ждать, пока засохнет. И вообще мне еще остался тут смертель, блядь, полмешка. Думаю, как-нибудь развести и заделать все вон где дыры. Уже 2 года как построил крышу, а дыры не заделал, блядь. Надо совесть иметь и доделать до конца. Видишь, там балка не заделана, здесь. На этой стороне немножко уже начал заделывать, мне гипс тогда оставался, гипсом немножко. Все равно еще здесь на балке дырка, здесь. Эту трещину можно заделать, там, блин, смотри какая. Ух, блядь, там хорошая трещина, блядь. Ладно, может быть, на этой неделе займемся, может, на следующей, как время будет. Все-таки как хорошо, когда есть свое электричество на даче. Сейчас, ну, вскипятил чайник, сейчас сижу потихонечку, блин, чай пью. На улице прохладно сегодня, даже подзамерз немножко. Тут горячий чай спасает. Нормалек, да? Что ты скажешь? Вот сижу, чай пью и думаю, будет в этом году лето, нет? А то, блядь, с каждым годом все хуже и хуже. Вроде в начале жара бывает, блядь, в начале лета, потом, блядь, все лето холодно, ну, упаднешь, блядь. По-любому, блядь, дача нужна, блядь. Так, чем дома сидеть летом, лучше он вышел на природу, на свежий воздух, поделал что-нибудь. Так время проходит, чем дома сидеть. Оставались от шкафа старого таких зеркала, блядь. Три, видишь, больших зеркала. Не знаю, куда их, блядь, приспособить, но жалко было выкидывать. Сюда куда-нибудь, наверное, на стену приспособлю, блядь. Выкидывать жалко, с майни такие большие, но. Так, что у нас здесь с дырой, блядь? Ёб твою мать, она опять сдулась, нахуй. Я уже обрезал немножко, блядь, она еще не совсем высохла, но. Обрезал, она опять выдавила, смотри. Блядь, все мягко, не, надо ждать, нахуй. Надо ждать немножко еще. Так, сегодня у нас суббота, 22 апреля. Погода на улице говно, блядь. Холодно, ветер. Солнца нет нихуя. Вот я решил, приехал на дачу, решил все-таки заделать вот эти дыры все. Вон там, блядь. Как я говорил, цемент у меня есть. Сейчас разведу, наверное, потихонечку заделаю, блядь, дырки.
Блин, хотелось уж с дома взять брызгалку. Мне надо же места намочить, куда цемент, чтобы он хорошо цеплялся. Блин, теперь надо что-то импровизировать. Наверное, возьму бутылку, сделаю в пробке дырочки, наверное, пару штук, чтобы она как брызгалка была, как в детстве брызгались. И с помощью ее, наверное, буду мочить эти места под цемент. Нормально. Так, мне теперь надо подокрывать всю мою аппаратуру здесь. Хотя бы немножко. Там у меня есть еще мешки вот такие, чтобы не заляпать. Ну вот так понакрывался. Сейчас надо вон тебе всю шелуху стереть хорошо метелочкой, чтобы зацеп был хороший. Так, намочил водичкой. Сейчас будем потихонечку заляпывать. Туда бы по-хорошему запихать что-нибудь. Ну, ладно, у нас раствора дохуя. Так, ну первый угол заделал вроде. Смотри, я, блядь, не совсем не штукатур, но я думаю, пойдет. Такими темпами пойдем сейчас дальше по кругу. Все вот это надо промазать. Thank you.
Так, ну вот, все вроде. Большие дыры заляпал. Весь, конечно, изляпался, как свинья, блядь. И, блядь, здесь все. Сейчас надо убирать потихоньку все. Я же говорю, я же, блядь, не раз не маляж штукатуру, блядь. Морда вся была в цементе, сейчас помнулся немножко, блядь. Тут смотри, блядь, что творится. Видишь, это, блядь, надо знать, какой раствор, блядь. Какой раствор плотности делать, жидкий, или густой, я же, блядь, никогда этим не занимался. Ну, я думаю, держать будет, чё. Сейчас подсохнет немножко, так шлифану еще, чтобы бугров таких не было наляпанных. Ну и все, потом появится и звездка. Можно пробелить все четко, блядь. И будет красиво, блядь. Так, все дела сделали. Сейчас чайник вот закипает, попьем чай. Так, пожалуй, домой поедем. Сегодня суббота, блядь. Уже, в принципе, заканчивается уже время. Сколько уже время? 5 часов. Так, что у нас здесь за чай есть? Рояль, Red Hill, какой-то королевский, блядь. Попробуем. Попробуем. Что за королевский чай такой? Блядь. К чаю, блядь, правда, конфеток мало, блядь. Одни карамельки. А, пахнет вкусно, блядь. Пахнет вкусно. Какой-то малиновый, клубничный. Надо быть. Пиво что-то неохота сегодня. Пьем чай. Обычно на даче пьем пиво. Ну, эту неделю исключение. Что-то устал уже пить его. На ту неделю только пил пиво, водку. Эту недельку сделаю паузу. Потому что уже сил столько нету, как раньше. Раньше можно пить, когда молодой был. И днем, и ночью. И как бы не замечал, сейчас уже один день попьешь уже, блядь. На следующий день такая башка, ну. 2 дня потом, блядь, отходишь там. Уже даже от пива, а не говоря, вот.